Ну я тебе там говорю, ты молчишь. Он ты рофлишь надо? Алло! Такси? Алло! Такси не отвечает. Я не понимаю, мама, ты... Алло, алло, я в интернете? Это Максим. Собанит. А, это вообще как называется? Это законно. Я не, блядь, закон я в... подлости. Алло, я в интернете, друзья, или чё, блядь, я вообще не понимаю. Она мне отвечать собирается сегодня или нет? Алло, ты, мам, что это такое? Это она молчит просто мне в трубку. Алло! О! Ты живая? Мам, на такси, пожалуйста. Чё это за молчание? Я тебе говорю, ты молчишь. Ты чё, рофлишь? Дома? Ой, дом. Я на улице. А тебе какая разница где? Ну, на такси мне надо домой доехать. А таксисты еще не вымерли, что 28 минут назад последнее сообщение было. Я напишу. У тебя голос такой. А, у меня бурец, может. У него голос такой. Ну вот, давай он называет. Как у проповедника. Тут вообще что-то здоровое будет происходить на этом месте? Алло! Это я не могу с нее, а! Как у Бога. Как у Бога. Мама! Следуйте за мной. Да-да-да. Вот. Ой, такой голос нравится девушкам, кстати. Блядь, у меня мама меня просто, мне кажется, на шоке. Ну, тембр есть такой, да. Так, ну чё? Площадь Победы. Ой, блядь. Победы, блядь. Может, с сообщением сработает, блядь? Двадцать четыре минуты, да? Как 24 года сейчас держал в этом заложнике? Да, 24 года. Все. Для куда? Ну нет, блядь, ничего. Вы где живете? Ну, около центрального. Мы до тебя? Ну, можно до меня. Центральный проезд 1, 3, 3. Да. 3 или 1? 3. 3. Норм? Я тебя застрелю, если не спи. Ну, надеюсь, эта угроза должна подействовать на нее. Нет. А у тебя получится вызвать такси? Да, уже. Да. Блядь. Белая 878. Нормально? Чё она? На такси скинь? Ну нет, да, я тебя застрелю, если не скинешь. Я уже. Просто мама. Ну, давай я тебе скину. Да ну. Нет. Да у тебя и так денег немного. Да, ну нет, у меня есть там. Да не надо. Не надо. Она еще письмо пойдет. Самодостаточные люди. А. Ну вы не та алкашка, которая с меня. Да, 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 мы же это не меркантильные. Блять, только вот. И не пьющие. Да, и не курящие. Алло, она мне скинет денег сегодня или нет? Мне стыдно. Не, ну а как ты доедешь, если без денег? А, ну хотя она может выйти. Да я просто свои не хочу тратить. Это честно. Нифига себе. Ну, план такой. Сначала тратишь свои, потом маму забираешь. Побольше, вот, да, только объем. У меня мать такая, она не даст потом. Угу. Надо просто сказать, что у меня сейчас нет. Вообще никак. Нет.
Что, вызвали такси? Да. 878, белая. Сейчас 3 минуты. Наконец-то согреетесь. Да, и поедим сухариков и чипсов. А, это сухарики были. Вы что думали, ребенок, блядь, небрачный? Я думал, там пупырышки эти, которые лопают. Пупырышки, хорошо. Мне там мачту выписывает, походу, все. Алло, меня писает. Вот это? Вот это. Все. Ну, все. Рады были познакомиться. Да, хорошего дня. И... До свидания. До свидания. Спасибо вам. И вам тоже спасибо. Вы реально крутой мужик. И вы тоже.